Хоккеисты и фигуристы Когалыма готовятся к открытию нового спортивного сезона. В Ледовом дворце «Айсберг» провели масштабный ремонт. Одно из главных изменений – арена. Она стала больше на 5 метров, а значит теперь площадка соответствует требованиям континентальной хоккейной лиги. Сейчас в Ледовом дворце идут последние подготовительные работы. Уже приведены в порядок судейская комната, а также зоны для медиков и запасных игроков. Осталось только установить баннеры и залить лед. Его толщина составит 4-5 сантиметров. Уже в сентябре спортсмены смогут оценить качество ремонта. Наша команда участвует в соревнованиях всероссийских. И чтобы производить домашние матчи, нужно, чтобы ледовая арена соответствовала параметрам, требованиям КХЛ. Мы сейчас к этим требованиям, арену привели к этим требованиям. Она соответствует. И планируем на следующей неделе приедет представитель КХЛ и должны принять нашу ледовую арену и включить в график проведения соревнований чемпионата России. 99-го года жители города, наверное, ждали этого увеличения ледовой площадки, потому что появилась возможность проводить всероссийские соревнования по хоккею. И также для, скажем так, наших переполненных групп увеличение площадки довольно-таки, скажем так, даст развитие видам спорта. Данный ремонт ледовой площадки проведен в рамках соглашения нефтяной компании «Лукойл» и правительства Российского автономного округа.